Руководитель региона Егор Борисов принял участие в заседании коллегии Минвостокразвития во Владивостоке. Там обсудили итоги деятельности министерства за прошлый год и определили задачи на будущее. Стратегической целью номер один ставится обеспечение роста валового регионального продукта Дальнего Востока выше, чем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона к 2025 году. К этому времени этот показатель должен вырасти на 8%. О чем еще шла речь на заседании, нашему телеканалу по телефону прокомментировал руководитель департамента по информационной политике администрации главы и правительства Якутии Роман Мандзяк. Юрий Трутнев подчеркнул важность проведения итогового мероприятия менее чем за две недели до выборов президента Российской Федерации, поскольку целью всех преобразований на Дальнем Востоке является повышение комфорта и качества жизни людей. Егор Борисов в своем выступлении от имени якутян и всех дальневосточников поблагодарил президента Путина за то, что он избрал Дальний Восток национальным приоритетом на весь 21 век. Благодаря реализации стратегии 2020, поддержанной президентом страны, Якутия раньше своих соседей приступила к реализации крупных промышленных проектов на своей территории. Увеличиваются доходы бюджета, повышается качество жизни, развиваются социальные сферы. Благодаря этому в Якутии растет средняя продолжительность жизни. Сегодня она превышает 71 год, самый высокий показатель на Дальнем Востоке. 5 лет назад было 66 лет. Наша республика – единственный регион в ДВФО, в котором отмечается естественный прирост населения, подчеркнул Борисов.